Вот мы и добрались до смотровой площадки. Находимся прямо на крыше здания. Очень сильный ветер дует. И реально даже стадикам не может сейчас удержать телефон. Сейчас я покажу обзор в то время, когда еще не сильно стемнело. Как раз, чтобы примерно было видно местность, а не освещенную фонарями. А потом, где-то через час, когда стемнеет еще, ну, совсем стемнеет, то мы еще раз пройдемся, чтобы заценить именно сверху огни ночного города. Вот там говорили, какая-то, то ли какой-то цветочный парк, то ли что. Это еще нужно будет узнать. Сейчас все-таки... засниму как раз в совсем темное время. А здесь у нас что-то вкусное. Давайте-ка посмотрим. Кофе, крем, мед. Вкусно и полезно. Апельсин. Что-то там с прополисом. Малина. Черника. Так, и... что-то еще вот такое. Так, давайте мы прочтем, что здесь имеется. Целебный продукт, содержащий витамины, аминокислоты и микроэлементы. Мы создали варианты с фруктами, ягодами, семенами и даже шоколадом. Вкус каждого сорта бережно сохраняется, чтобы можно было выбрать из них любимый. Ананас есть. О, урбеч. Вот урбеч, чтобы обязательно попробовали. Только про него сразу скажу, я не знаю, он здесь готовый или нет. Обычно его нужно, если он не готовый, а именно такая заготовка в виде пасты, его нужно смешивать со сливочным маслом и с медом. Но здесь... судя по тому, что написано крем и мед, мед уже точно есть. А насчет масла сливочного не знаю. Но по идее самый удачный вариант это по трети. То есть ровно треть урбича, ровно треть меда и ровно треть сливочного масла. И здесь у нас лавка сувениров, колокольчики, магнитики и... если есть коллекционеры, то здесь вас многое обрадует. Так, здесь различные такого вот дизайна магнитики. Сейчас я в конце еще покажу как раз таки обзор именно прям в ночное время суток. Чтобы было примерно вот так, как здесь на картинке. А вот мы и дождались ночи. Так это все выглядит именно ночью. Ну, давайте теперь также посмотрим на все эти места, как я и обещал. Конечно, ветер очень сильный. Очень сильный ветер. Даже мерзнет держать это все.
здесь площадь, а точнее нет, здесь сердце мечети. Сердце Чечни, мечеть, а дальше площадь с новогодней елкой. Там проспект Владимира Владимировича Путина. И здесь вот эти небоскребы. Здесь у нас фотосессия или видеосессия. Выглядят.